Сидором тебе твой дом, где ты русским выкормлен был, под бревенчатым потолком, где ты в люльке качаясь плыл. Если дороги в доме том, тебе стены, печь и углы, дедом, прадедом и отцом, в нем искошенные полы. Если мил тебе бедный сад с майским светом, с жужжанием пчел и под липой сто лет назад в землю вкопанный дедом стул. Если ты не хочешь, чтоб пол в твоем доме фашист топтал, чтоб он сел за дедовский стол и деревья в саду сломал. Если мать тебе дорога, тебе выкормившая грудь, где давно уже нет молока, только можно щекой прильнуть. Если вынести нету сил, чтоб фашист к ней постоем сжав, по щекам морщинистым бил, косы на руку намотав, чтобы те же руки ее, что несли тебя в колыбель, мыли гады его белье и стелили ему постель. Если ты отца не забыл, что качал тебя на руках, что хорошим солдатом был и пропал в карпатских снегах, что погиб за Волгу, за Дон, за Чили твоей судьбу, если ты не хочешь, чтоб он перевертывался в гробу, чтоб солдатский портрет Христа взял фашист и на пол сорвал, и у матери на глазах на лицо ему наступал. Если ты фашисту с ружьем не желаешь навек отдать дом, где жил ты, жену и мать, все, что родиной мы зовем, знай, никто ее не спасет, если ты ее не спасешь. Знай, никто его не убьет, если ты его не убьешь. И пока его не убил, ты молчи о своей любви. Край, где рос и дом, где жил, своей родиной не зови. Пусть фашиста убил твой брат, пусть фашиста убил сосед, это брат и сосед твой мстят, а тебе оправданья нет. За чужой спиной они сидят и с чужой винтовки не мстят. Раз фашиста убил твой брат, это он, а не ты, солдат. Так убей же фашиста, чтоб он, а не ты, на земле лежал. Не в твоем дому, чтобы стол, а в его по мертвым стоял. Так хотел он, его вина, пусть горит его дом, а не твой. И пускай не твоя жена, а его пускай будет вдовой. Пусть исплачется не твоя, а его родившая мать. Не твоя, а его семья понапрасну пусть будет ждать. Так убей же, хоть одного! Так убей же его скорей! Сколько раз увидишь его, столько раз его и убей! Села Поповки. Среди сугробов и воронок в селе, разрушенным дотла, стоит зажмурившись ребенок, последний гражданин села. Испуганный котенок бил обломок печки и трубы, и это все, что уцелело от прежней жизни и избы. Стоит белоголовый Петь и плачет, как старик без слез. 3 года прожил он на свете, а что узнал и перенес? При нем избу его спалили, угнали маму со двора, и в наспех вырытой могиле лежит убитая сестра. Не выпускай, боец, винтовки, пока не отомстишь врагу за кровь, пролитую в Поповке, и за ребенка на снегу. Горит под ногами фашистов земля, лютует, беснуется враг. Не будет пощады фашисту, петля,
советский над городом флаг. Мальчишка, он знал, наш народ победит, нацистскую нечисть сомнет. Как звать тебя, Голиков Леонид? Строчи, не смолкай пулемет. Бушуют пожары и в клочья мосты, и поезд летит под откос. Мальчишка, совсем, а со взрослыми ты победу России принес. Однажды в книге я прочел случайно о мальчике, любившем голубей, о мужестве его необычайном, о том, как он в войну спасал людей. Жил мальчик Витя, был обычный с виду, обычный, как у сотен матерей, но никогда никому в обиду он не давал любимых голубей. Пришла война и горе поселила, ушли отцы и братья воевать, родную землю от враждебной силы, страну свою родную защищать. А Витя, несмотря на возраст малый, по городу любимому ходил. А мальчик был, он, видимо, удалый, и глаз внимательно с врагов он не сводил. И все, что разузнать ему случалось, в записочках он малых отправлял на фронт. И чтоб все получалось, любимых голубей он посылал. Но вот враги однажды изловили такого вот пернатого гонца и за полетом птичьим проследили до самого печального конца. Отряд карателей ворвался с диким криком, и самый главный приказал всех птиц забрать, а те, как звери, вдруг в порыве диком решили голубей поубивать. А Витя бросился на перерез, и смело он встал, раскинув руки на пути. Мальчишка худенький и в рубашонке белой, в глазах его светилось: «Здесь вам не пройти!» И слезы по щекам его катились, но взгляд был тверд, стоял он как гранит. А голуби о прутья клетки бились, как будто чуяли, что другу их грозит. И пьяный командир с холодным взглядом вдруг поднял пистолет, нажал курок, упал на землю с птичьей стаей рядом. Простой советский белорусский паренек. Две сестры бежали от войны. Свете 8, Кате 3 всего лишь. Вот чуть-чуть еще и спасены за холмом свои. А значит, воля. Но рванула мина сия смерть позади идущих, дымно, гадко. И один осколок долетел и ударил младший под лопатку. Словно скрыть хотел преступный след, миллиграмм горячего металла. Ватник цел, и крови тоже нет, только сердце биться перестало. Старшая сказала: «Хватит, Кать, ведь и мне приходится не сладко. Ручку дай, пора уже вставать. Час еще, и будет все в порядке». Но, увидев Катин взгляд пустой, Света на мгновение застыла и, котомку выбросив с едой, на плечо сестру свою завалила. И откуда силы в ней взялись? Но она бежала и бежала. Лишь когда увидела своих, пошатнулась и на снег упала. Подошла к детишкам медсестра, маленькую Катю осмотрела и сказала горестно: «Мертва». Света сразу в голос заревела: «Нет, не надо!» Разносился крик. «Люди, люди, разве так бывает? Старший брат Иван в бою погиб. Папу с мамой немцы расстреляли. Почему же так много в мире зла? Разве жизнь сестры моей игрушка?» Медсестра за плечо вела с поля 8-летнюю старушку. Ну а Катю на руки...